Вот так выглядит выход на крышу. Почти везде хлам какой-то. Как обычно, здесь крутая лестница. Отсюда блоки и все эти. Все оборудование поднимаем наверх. Здесь еще нормально пройти можно. Вот самый волнительный момент — это ключ к замку. Найдет, не пройдет. Опа. Сразу прошло. Круто. Вид действительно шикарный просто. Это водохранилище. Там набережная устраивается. Вон там Сабантуй празднуется. Кто не знает. Здесь будем работать.